места, наступил новый день, разобрали редуктор, вода даже вон была, все это вон она даже так шевелиться не хочет, потому что все уже, ай, боюсь, все уже грязно, за столько лет уже, даже неизвестно, как сказать, эмульсия уже с чем-то, да стой ты нахуй. Ну вот отмыл, чистенькая, как новенькая, вот это только с завода, блестит. Сейчас начинаем потихо собирать, или с подшипники хоть шевелиться начали крутиться, а тут это даже, а сейчас опять испачкался, утек, это даже не крутился, полон стоял. Ну вот и все, пошла сборка, вот такие у нас прокладочки сейчас самодельные получаются. Рубленькие, красивенькие. Все отмыли. Здесь вот, кстати, что-то не показал. Да, вот здесь, кому не знаю, интересно, нет, там сальник стоит. Тоже, оказывается. Вот поменял его, хорошо вовремя увидел. Хорошо, когда есть запчасти. Что менять?